океан находится. И там очень сложно взлетать, а здесь мы только отъехали. Выйду. Проблема с браконьерами, это очень распад строения, проблемы в Камчатке. Ну, проблема браконьерства, конечно, наверное, как и везде. Залезли, я туда еле вылез, я обрыгался там. Там такой духан, бля, такая херня. Тушить, потому что он рано или поздно кого-нибудь съест или, или подохнет сам. И он l'appelle un chaton. Chaton. Et et n'importe quel chasseur, même sans aucun permis, sans aucune licence, aura le droit de le tuer. Petropavlovsk, Kronotovsky. Je vous invite à visiter notre nouvel hôtel 5 étoiles, venez par ici, l'entrée là. Donc, vous avez ici le restaurant qui est en train de s'installer. Alors là, nous avons le hall. Donc le pianiste sera bientôt là pour faire une petite musique d'ambiance, n'est-ce pas? Le barman arrivera bientôt. Et là, vous avez la suite, Robin. Думали, пока разъедутся. И вот они ушли сразу же. Потому что это большая опасность. Хоть и его сородич. Вот. Ушли из-за того, что... Нет, так, что сейчас происходит? А что сейчас происходит? Идет по пляжу. Медведь. Donc on a un ours qui vient de la plage. Спустился с береговой террасы и продвигается. Ну там он на кормежку завалился. Или l'autre, le gros là qui a chassé les deux petits, descend de la côte. Ну сейчас интересная ситуация будет. Et il y a une встреча будет. Ситуация интересная, parce qu'ils risquent de se rencontrer. В общем-то они два по равных по габаритам равные. То есть по массе. А, ils ont un gabarit à peu près équivalent. Вот какая у них будет реакция у каждого. Et quelle réaction, ça va être très intéressant. Да.
Вот интересно будет посмотреть. Yeah.